Что вы чувствуете, когда они такие неудобные? Не хотят спокойно сидеть, не хотят молчать, не хотят спать. Когда они упрямо идут за своими желаниями. Бегают, прыгают и шумят. Сводят нас с ума своей непредсказуемостью. Когда они будто испытывают нас на прочность. Сметают все на своем пути, словно торнадо. Не хотят быть хорошими девочками и мальчиками. Когда в них столько сил, что кажется еще чуть-чуть, и они перевернут вверх дном весь мир. Когда в них бурлит непокорная энергия детства. Что вы чувствуете? Мы чувствуем радость. Ведь это значит, что они здоровы. Врачи Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России.